Уже в ближайшее время заработает единая электросеть, которая свяжет Азербайджан, Иран и Россию. Об этом заявил директор Международного центра при Министерстве энергетики Ирана Моджатаба Акпари. По его словам, в рамках этого проекта у Ирана появится возможность импортировать электроэнергию, когда Иран в ней нуждается, и экспортировать излишки электроэнергии. Иранский чиновник сообщил, что переговоры по обмену электроэнергии между Ираном и Турцией начались, а более подробная информация будет раскрыта в течение следующих 2 месяцев. Добавим, что ведется работа над проектом создания энергетического коридора «Север-Юг» между Ираном, Азербайджаном и Россией. Цель – синхронизировать электросети 3 стран. Проектирование по данному коридору выполнила иранская компания «Маненко».